Всем привет. Высадил воздушку, сорт клубники Мальга. Не знаю, первый раз я делаю это. Особо не смотрел. Нужно удалять листовую массу, не нужно. На некоторых я поудалял, некоторые оставил прямо с листьями. Так и пришла. Так вот, не знаю даже. Прислал мне Сергей, ну, нужно было 60, пришло 72 штучки, если быть точным. Ну, тоже помельче. Вот такие вот. Я по 2 штуки сунул, так что уже не хватало стаканчиков. Землю я предварительно пролил. Как я высаживал? Вообще у нас сегодня 6 ноября. На улице уже около нуля в данный момент. У меня есть такой стол, так скажем, теплый стол. Здесь видим фольгу. Ну, и там уложен инфракрасный теплый пол. Регулятор стоит. Вот на такой стол я высадил клубнику. Посмотрим, что из этого выйдет. 70 штучек клубники сорт Мальга. Воздушка, опять-таки, достаточно очень хорошего качества. Вот, вообще, как бы, такое бы, конечно, летом вообще красота была. И вот это все я сейчас сделаю, как бы, парничок. Натяну пленочку. Здесь это у меня все будет. У меня неделю я буду дома и буду прыскать. Это все буду прыскать, периодически заходить, прыскать вот с такого пульверизатора. 3-4 за день. Создавать, так скажем, туман импровизированный. Я думаю, все получится, все приживется. Она и так должна прижиться, но плюс туман. Неделю я буду дома, я думаю, 100% все будет отлично. Ну вот, все, всем счастливо, пока.